Добрый день, с вами Бостон Техник, меня зовут Алексей. Сегодня у нас в обзоре прицеп PSG 6.5 2013 года выпуска, полностью в рабочем состоянии. Резина еще держится более-менее, гидроцилиндры на месте, рама целая. Так, гидроцилиндр слева на месте, резина, ну, аналогично правой стороне, здесь трещина сбоку, пока работает. Вот такой вот прицепчик у нас здесь. Все живое, полностью рабочее. Спасибо за внимание. Всего доброго. Так, все, пошли.